То, значит, мы находимся на дав, Юда Мудбет пока что. Ам Раби Лозер, есть лоха, который выучил Раби Лозер, сказал Раби Лозер. Ир Шируба Роцхим Ина Кулетет. Значит, что есть? Значит, что такое, мы сказали, что такое город-убежище, куда бегут все те, кто убил случайно, ненарочно. Значит, они туда бегут, что может случиться со временем, что там, получается, большинство жителей становятся не этими самыми, не этими непреднамеренными убийцами. В такой ситуации, говорит Мара, говорит Раби Лозер, Ир Шурубородский на Инакулет. После этого, после того, какое случилось, она уже не принимает ни других людей, она уже перестает быть кулетес. Откуда я знаю, говорит он, что написано «Ведабер базней зикне аираги из дворав, влоши и швы из деврегины дворав». Значит, в Сефер Йошуа описывается, что Йошуа, в конце концов, Ифриш еще шесть городов, которые Моше Рабейну не сделал, как известно. Моше Рабейну не был в Израиле, он был в Хуцларес, он сделал три города, которые на восточном берегу реки Иордан. А Йошуа отделил еще три, которые, соответственно, на, уже в Израиле, на западном берегу. Что мы говорим? Здесь написано, вот написано. Значит, здесь написано следующая вещь. Давай прочтем это, посвятим этим Йошуа. «Ведабер Ашем ли Йошуа ле Имор» и сказал Всевышний Йошуа, говоря, «Дабер вне Исруэ ле Имор, ну лухэм Исуре Амиклат, ашер дебарте алихэм бияд Моше». Дайте вам сделать, то есть дайте, да, дословный перевод. «Отвыделите эти города, убежище, которые я говорил с Моше, лану шаму руцех макенефиш бешгага, вевлидас, ваю лухэм ле Миклат, мигуэль Адам». Лану шаму туда убегал руцех, убийца макенефиш бешгага, который убил другого незлонамеренно, вевлидас, без, так сказать, намерения. «Ваюлахем ле Миклад Мигуэль Адам». Они будут вас для спасения, как сказать, для, как убежище, от города убежища от кровного мстителя. «Внос элеха сеори муэле ваамат песах шара ир». И убежит, пускай этот самый убийца бежит в один из этих городов. «Ваамат песах шара ир» и встанет в вратах города. «Ведибер вознэй зикне ираги эс двараф». И скажет старцам этого города вещи, которые его слова. Что такое его слова, что я вот так и так случайно бил, и так далее, и так далее. «Восвой суа ира алехем, вынаснуло маком в Йошеф и Моам». И тогда они возберут себе в город, пустят в город, и дадут ему место жить, и он будет там сидеть в этом городе, то жить в этом городе. Так написано в Йошуа. Что отсюда из этого пасук учит, алку аллаху учит из этого Раби Лозер? Написано, «Ведибер бознай аира ги эс двараф», что он должен говорить старцам этого города свои слова, то есть, что вот я так и так, не злонамеренно так получилось, что я кого-то убил. «Велоше ушву дивреген ле двараф», что значит, что если большинство города, они тоже убийцы, то то, что он говорит, это никакой не хидуш, то есть, грубо говоря, когда есть большинство, когда я против большинства. Так это я говорю, это вещи, которые, каска, когда большинство города такие же, как и я, то это не называется, что я говорю двораф, то есть мои вещи, а не ваши вещи. Маша, что мои, то есть слова человека, который пришел, который не в преднамеренном месте, должны отличаться от слов, то есть что такое слово? Слов, это, так сказать, не знаю, как сегодня было называлось резюме, как называется? Как называется сегодня, которая история жизни? Есть такое понятие? А? Как? Это на каком, я не знаю. Латинского. Курат Хаим на иврите, как по-русски? На иврите Курат Хаим, да, на русском как? Резюме? Нет, резюме это на английском. Неважно, в общем, что-то такого типа. История жизни. А, автобиография, да. Значит, автобиография должна его отличаться от автобиографии их, потому что иначе если всех, все автобиографии тоже не называется. Отсюда выучил Аллаху. Раби Лозер из этого пасуха уже есть написано Аллаха, что если большинство уже людей, это самое двораф, тогда уже большинство людей убийц, тогда он уже не может сказать свою фотографию, которая как бы чем-то отличается от фотографии большинства жителей города, и поэтому его уже этот город не принимает. И здесь, как сказать, Минхаскину, как всегда, у вас просто интересные вопросы. Что будет, если там было 49 этих самых убийц и 50 не убийц, постоянных жителей? Пришел туда еще один убийца. То есть, когда он пришел, или наоборот, было 50-50, он пришел. Пока что там не большинство. Вроде должно легло, но как только его колтим, то получается большинство. А? Что? Что человек может на себя смотреть, кого-то
Самахре, да. Так что это самое? Мы говорим «Назман Клита» или мы говорим, что же город потеряет свой статус, просто как вот этот самый? Там два этажа есть, они не пустят такого. Вот вопрос, пустят его или пустят. Может, он не потеряет, может, он скажет, что после этого он уже локулет. Пока что он сам, он только, поскольку когда он зашел, он говорил, это еще не звалось, уж вы удивляем ли два рафта. Это мы его всегда принимаем. Сколько уже приняли, приняли. Или мы говорим это самое. То, это вещь, которая ставим открыто, так он говорит и хор. То. Значит, это вещь, которая сказал Раби Лёзер. Теперь Бермар приводит еще одну из Аллаху, которую Раби Лёзер выучил. А? Одного примут, другого не примут, наверное. Вам Раби Лёзер, еще одна Аллаху, или Раби Лёзер учил с того же пасука. Ир шеэйн базгейним и накулетет. Значит, суда, город где нет старцев. Что такое старцев? Здесь имеется в виду суд, скорее всего. То есть старцы – это мудрецы. Ир – нет старцев. То есть мудрецы чаще всего, когда говорят, что зикне аир, старцы города – это старейшины города, то, что по-русски называется. То есть мудрецы, то есть судьи, то есть суд города. А? Судьи кто, да? Значит, если там нету зкеним, она инакулетес. Почему? Потому что дабаина зикне аир алейка, то, что мы говорили, что он должен написан в суке в Йошуа, что он должен прийти и говорить старейшинам, старцам этого города свою историю. А здесь этого не может быть, потому что их нету. Поэтому такой город, то есть одно из условий по Раби Лёзеру, одно из историй из условий города, чтобы там был Бейдин, чтобы там были Скейни. На этом Мара приводит спор. Итмар. Ир Шейн Байзкейним Раби Мами Раби Раси. То есть одно из спор был Раби Мами Раби Аси. Хадумер Кулетес. В Хадумер на Кулетес. Один считает, что она Кулетес. То есть, несмотря на то, что там нету старцев, таки да, она, поскольку ее отделили того, чтобы она была с городом бежащим, она таки становится городом бежащим, и туда человек забегает непреднамеренно убийца, его кровный мститель не имеет права убить, если кровный мститель такого убийца, за него убивают. А второй говорит, что нет, поскольку там нету старцев, то она не работает как город убежища. Спрашивает, объясняет Муралиман, Домер и Накулет, эс. Те, которые говорят, что она не работает как город убежища, как сказал Раби Лёзер, Баина Зикна Ирвалейка, поскольку написано в Йошуа, то, что мы читали, что необходимо, что он должен говорить старцам города, нету старцев города. Соответственно, мы говорим, что это, поскольку написано такая вещь, это одна из условий, одно из, так сказать, так исполняет эту заповедь, что нужно говорить старцам городом, а он здесь не может говорить старцам городом, поэтому это не называется Ирмиклад, и поэтому не колетес. Лемандомер колетес. А тот и говорит, что таки да, колетет, что она принимает и называется город убежище. Митсуб Альма. Это называется митсуб Альма. То есть есть такая митсуб, если она есть, хорошо, если нет, то это не будет сами. То есть есть у нас как бы основная митсуб бежать в город убежище, в которых есть много разных, как сказать, протим, как называть по-русски, много разных деталей. И эти детали, если можно сделать, можно. Если нельзя сделать, то это еще не значит, что поскольку основная часть есть, так ее уже можно сделать. Говорит Мара еще два таких же способа, примерно спора. Ирше Эйнбад Зкейнем. То есть есть еще один спор похожий. Есть город, в котором нету скеним, нету мудрецов, нету суда. Раби Ами и Раби Аси. Спор между Раби Аси и Раби Аси. Хадумар на асеба бен сореру мойра, и хадумар эй на асеба сореру мойра. Значит, есть в Таре такая параша, которая называется бен сореру мойра. Значит, только бен сореру мойра написано, что если родиться у родителей страшный такой хулиган, ребенок, который просто кошмар. Написано это в шофте, значит, есть такая параша, Киеле Иш Бен Суреру Море. Китизе написано, да? Это сам параша Китизе. Когда родится у человека будет Бен Суреру Море. Сын, который, не знаю, как перевести Суреру Море, объясняет. Это сам Анкулис говорит, Арей Еле Бар Бар Сотый в Морир. Мороид. Сотый он все время уходит в сторону, Мореид он как называется? Революцию делал против родителей. И не нушимея бы коля вива бы коля мой, и не слушает голоса папы и мамы. В Исру и Сой, его побьют, его нужно бить, если вы малкас. В Ило Шумале им это не поможет. В Тавсу и Сой, вива и мовы, в Цио и Сой, в Дикне и Рой, Шарму кой мой. И поймают его отец и матерь, и выведут его к Зикне и Рой. Зикне и Рой, сказали, старейшины города, то есть судья города, и Шарму кой мой. Шарму кой мой, это в городские ворота было место заседания суда. Сын наш этот, он буйный, непоклонный, знает, как это самое, Зурель Вусове кушает, пьет. Значит, есть у него наказание. Значит, вопрос такой, что будет, если родился такой ребенок в городе, где нету суда, где нету старцев, где нету скинем. Что с этим делать? Тот же самый спор.
Вот этот вопрос, так сказать, в том, что весь спор есть. Даже один говорит, что Зикне-Иро нет, поскольку нету Зикне-Иро написано, его города. То значит, ничего не делаешь в другом. Если нужно идти в другой судеру, сказать, так по-другому, мне нужно идти в другой город, как ты и говоришь. А здесь еще раз, значит, написано «Дзен Цереру Море», «Ивей на себе Цереру Море», объясняет Море, что это тот же самый спор. «Леман Домаре на себе Цереру Море», вы думаете, что в какой городе не может быть такой себе Цереру Море, как вы эти блудливые и... Как переводит? Буйные непоклонные. «Баина Зикнейро» написано, что нужно те мудрецы города, нужно эти старейшины города, в Ирейке их нету. «Леман Домаре на себе Цереру Море», тот считает, что «Митсу Бе Альмо», это просто есть «Митсу», которая «Митсу». Если ее можно сделать, здесь нет, наверное, дело в другой город, в другой суд. Еще один похожий вопрос. Ирше Эйнба Зкейнем, опять же, в городе нету старцев, нету суда. Рабиами Вабирайси, опять есть спор Рабиарами Вабирайси, тот же самый спор. Хадумер Мивиагла Руфа, Хадумер Нами Виагла Руфа. Значит, у нас есть понятие, написано Игла Руфа, что значит, если нашли мертвого человека между городами, не знают, кто его убил, написано в Таре, что нужно измерить до ближайшего города. И тогда старцы этого города выйдут и скажут «Идейна Лошавка» и делают там «Ла-Руфа». А? Ну, я приведу старцев из другого города, которые приведут, я знаю, какая проблема. Или из другого города приведут корову. Из другого города приведут корову. Это вопрос, это бедюк, это вопрос. Это бедюк вопрос. Если оказался ближайшим городом, который нету коровы, что делать? Нету старцев, извиняюсь. Корову можно еще купить, старцев сложнее. Значит, что будет, если там нету старцев? Будет вопрос. Ламандом и Ламивиа – это спор. Один, кто говорит, что не нужно прийти. Почему? Зикнейба и Лейка написано, что нужно, чтобы старцы города были, они должны мерить, они должны говорить. Ламандом и Ламивиа – те, которые говорят, игра Руфа, это игра Руфа, что не приносит эту углу Аруфу. Митсу Бальма – это митсу, которая есть, которой нету. А с чем здесь спор? Спор – это очень интересно. Спор Таноем, который непонятно, почему здесь Амуром сказали спор Таноем. В ходе спор Таноем написано, спор говорит Раши, по-моему, приводит это. Митсу Бальму, Митсу Шиюшам Скеню, Миу Кенба, Нами Люколетет. Значит, Раш здесь не приводит, но есть, в принципе, Баина Митсу Кадыхто. Значит, есть такое, значит, где этот спор происходит, спор интересный, есть Таноем. Значит, здесь у нас есть Мицура. Значит, если он стал ритуально чистым, написано, что нужно дать кровь Ашама, Альбоин и Доеманис, Альбоин Рагдорманис, Нухойзин и Доеманис, Нухойзин нужно. На мочку уха, на палец, Боин, большой палец, по-моему, это большой руки, правой руки и правой ноги. Бывают люди, у которых нету либо того, либо другого, либо третьего, либо всех трех. Теперь, можно ли ему очиститься или нет? Это спор Таноем. Как спор? Спор называется Боина Крак Адетив или нет? А? Нет, не спи. Нет, никак совершенно. Боинен крак адектив или не боинен? Если невозможно сделать то, что написано, почему невозможно сделать написано? Написано дать на палец правой руки, если у человека нет пальца правой руки, руалейну. Будет все время там, совершенно верно. Идю. Миске. Значит, как бы то ни было, так мы говорим, что будет все время там, будет все время ритуально, останется в данном месте, там всю же мицура. Будет мицура, будет тысячу лет, пока не умрет. Значит, так оно есть, значит, так оно работает. То есть человек, а второй мне говорит, что можно, почему? Потому что есть вопрос, когда Тора сказала какую-то вещь. Значит, брат сказал длинную мицву, как все это делается, жертву и так далее. Какие-то части, какие-то детали этой мицвы невозможно технически выполнить. Почему невозможно? Нет у человека пальца. У нас есть мнение, что эта вещь, которую Тора написала, когда основную идею, да если основную идею можно сделать, то мелкие детали, то, что написала, это мицва Бальма. Что такое мицва Бальма? Седер может так сделать или нет. А если же она написала, и второй мнение говорит, нет, что нужно делать все детали, которые написаны в Торе. Если одну из деталей невозможно сделать, то это митсва, нет такой митсвы, нет такой митсвы, не засчитывается, потому что боинен крак адектив. То же самый спор здесь, боинен крак адектив или не боинен крак адектив. Если написано зикне и рой, хотя несмотря на то, что очевидно, что все остальные вещи можно сделать, то, в принципе, можно сделать какую-то вещь, которая как с бисвором непонятна. Понятно, что это как бы вещь не самая здесь важная, зикне и рой. Как и здесь, он должен говорить Зикнеир, почему не сказать просто так в обществе, которое там всем и так далее, чем отличается Зикнеир. Несмотря на это, мы говорим, что это крак и дактив, то есть есть такая вещь. То, как бы то ни было, это тот же самый все споры это один и тот же спор, боин крак и дактив или не боин крак и дактив. Давайте еще прочтем здесь Тосфуда. То есть спрашиваю здесь вещи. Значит, нас, мы сказали, что есть спор Рабиами в Рабиасе, город, в котором нету скини, можно ли они, приносят ли они Гляруфа. Спрашивает, то есть стоим. Да одна есть Мишна Муфрешт, как она это спорит Амурой.
Игдару файн вододин элемя ирша ешба бейздин. Отмерю, значит, если есть несколько городов вокруг, мерю только до тех городов, где есть суд. А где городов, где есть суд, вообще не идут мерить, поскольку до тех не меряют, так нет, тут не приносит. Очевидно, что тут не приносит Мишному Фуреша. То есть, как может быть один из этих амуров спорит с Мишной? Объясняет то, что интересно Тирус. Вешлаймер, доса майрика гонда ика айрой стува. Обыхада минаю еш бейздин. Кейман демаци леукум икра демикаймелей. Демикаймелей? Нужен векаймелей. Авал, охо, майрика гонша эйншам бейздин беколе айрой тасмухот. Илка хамрина демиколму кому дадин минаю. Минаю. И что говорит, то есть, есть там есть несколько городов, допустим, 5 городов, которые относительно в окрестности ее, и из 4 из них есть суд, а в 5 нет суда, так мы меряем только из тех, где есть суд. Почему? Сколько можно выполнить то, что написано полностью, так мы это выполняем. Если же во всех 5 городах, которых нету, то это вопрос Рамиами и Рабиаси. С другого померить? С другого померить, это вещь, которую будем разбирать, если коров и ров, ров, коров, там, баб-басри будем когда-нибудь доходить. Из другого, который, так сказать, или уже есть там посередине есть еще один, то он, оттуда уже нет вероятности, что он пришел. Неважно, сейчас не будем разбирать эти вещи, когда там, когда меряют, когда не меряют, когда мы идем за большинством, когда мы идем за ближайшим местом. В любом случае, когда мы все это измеряем, когда там есть мудрецы, есть нет мудрецов, мы измеряем даже из тех, по одному из них. Потому что он пришел оттуда. Потому что, возможно, идет бы коров. Толим, что он пришел оттуда. Потому что Толим, что у нас есть понятие Лхима Харей коров. У нас есть Тура, отсюда мы учим, что Лхима Харей коров, если мы не знаем, зачем идти, так же, как у нас есть Тура. Нет, Лхим. Если есть как-то нет Бездина, то он за коров. Все, несмотря на здесь, да. То есть вещь, которая... А? Идем не потому, да. Что там Харей коров. Совершенно верно. Потому что есть Бездина и коров. Ты подаришь, кажется. Потому что... Все, уже видно, это не так все-таки. Ладно. Давай здесь сегодня остановимся.